На газовом промысле 1В заполярного месторождения приступили к капитальному ремонту межпромыслового трубопровода. Технологически не связанный с газоконденсатом, он проводил бытовые стоки в поглощающую скважину. За время эксплуатации, однако, качество металла заметно ухудшилось. В отдельных местах толщина 4-миллиметровых стенок достигала состояния папиросной бумаги. А дефекта некоторое время спасали локальные ремонты, в итоге же решили провести капитальный. Новый трубопровод с антикоррозийной защитой уже подготовлен, покрашен. Подрядчики одновременно монтируют его с двух сторон. Участок протяженностью 5 километров по плану закончат уже в декабре, тем самым обеспечив на предстоящие годы гарантированную герметичность и окружающую чистоту. У них несколько бригад, чтобы, как говорится, не откладывать, чтобы не мешаться друг другу, они начинают с разных концов. Трубопровод один, самое главное, грамотно смонтировать, опрессовать и запустить в работу.